С тремя детьми, женой и родителями идет на избирательный участок 274 председатель ТОС Притеченский Антон Седов. В Вологодском техникуме железнодорожного транспорта они сделали выбор с помощью КЭГов. Идем всегда с хорошим настроением. Мы всегда на выборы ходим всей семьей. Сейчас у нас еще самый маленький внизу с родителями. Вот. Не все члены нашей семьи имеют пока право выбора. Через какое-то время вот старший сын пойдет уже голосовать. Свой выбор мы уже сделали. То есть нам вот было фактически осталось только поставить галочку. Хотим, чтобы наш город, область был лучше, чтобы у нас все процветало и развивалось. Семья Седовых также приняла участие в рейтинговом голосовании по проекту «Народный бюджет ТОС». Жители микрорайонов сегодня выбирают, куда будут направлены деньги на 87 счетных участках. Всего в областной столице 8 сентября работает 141 избирательный участок, на которых можно проголосовать на выборах губернатора Вологодской области и депутатов Гордумы. За легитимностью процесса следят свыше 650 наблюдателей. Узнать, где вы голосуете, можно на нашем сайте, воспользовавшись специальным сервисом. Участки будут открыты до 20:00. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, Вологда РФ.